Друзья и гости канала, вот и пришло время расстаться с моим надежным товарищем, партнером. Пришло время расстаться с моим надежным товарищем, партнером. Это Peugeot партнер TP. Это не человек, это машина. Но это ого-го какая машина, которая мне помогала в моих стройках, ну во всем, в жизни, в путешествиях. Сегодня приезжает покупатель. Приезжает покупатель, возможно, возможный покупатель. Он купит, возможно, нет. Но я решил сделать такое видео для себя, для своей памяти. Потому что откатал я на ней 8 лет. Сейчас еду, ее заправлю, чтобы не с пустым баком было. И все. Пробег у нее, как видите, 164 километра. Служила она мне 8 лет, еще раз повторю. То есть купил я ее весной, также вот где-то 2012 года брал в кредит, брал новую. Вот первые машины, которые появились в этом кузове, это рестайлинг второй, освободилась третья колонка. Заправил 95-м бензином, постоянно заправляю 95-м. Я остановился, заглушил двигатель, специально, чтобы рассказать про эту машину. Была проблема с лампочкой вот этой, ну, вы видели в роликах, кто не видел, сделаю ссылку в описании. Сигнала был, потребовался, заменил сигнал. Проверяем еще раз. Работает. Очень удобная вещь, такая как переключатель вот этот, который находится под рулем, а не на руле. Это фишка французов. У меня раньше Зафира была, все переключатели были на руле. И когда поворачиваешь, очень сложно было что-то искать, найти. Здесь же все знакомо. Замена масла у этой машины на 20 тысяч километров по техническому регламенту. Или один год, если машина находится в простое. По расходу бензина. Ну, у нас город называется город тысячи пешеходных переходов. Режим работы автомобиля — это старт-стоп. Сейчас посмотрим, какое количество бензина он показывает. Ну, 10 литров на 100 километров по городу вот сейчас показывает. Зачем расстаюсь с машиной, зачем продаю, наверное, вы уже поняли. Регулируется высота положения сиденья вот этим рычагом. Это сиденье очень удобно для перевозки тех же грузов. Вот. Ну и тут, соответственно, положить какой-то груз. Также вкупе с этим опускается это сиденье, или же, допустим,
можете вот так вот поднять или снять. Оно достаточно легкое, без проблем убирается. Машина продана без торга другому очень хорошему человеку. Он даже нам прислал фото с ее новыми номерами и словами благодарности. Надеюсь, что она ему еще долго послужит. Вот такой небольшой обзор. Если что-то упустил из того, что вас могло заинтересовать, пишите в комментарии, спрашивайте, я обязательно вам отвечу. Что-то можете посмотреть из моих старых видео о этой машине. Надеюсь, скоро наступит время, когда мы снова сможем путешествовать.